Россия – огромная, необъятная, прекрасная страна. Настолько огромная, что многие люди, проживающие на ее территории, не знают и малой талики всего того, что таят в себе ее бескрайние просторы. Россия – самая большая в мире страна. Впрочем, это ни для кого не секрет. Россия – единственная в мире страна, омываемая целой дюжиной морей. Самое глубокое озеро на Земле, Байкал, находится именно в России. Самые древние горы на планете, Уральские, тоже российское достояние. На Алтае более 800 ледников. Граница России и США на севере разделяет расстояние в 4 километра. Самое глубокое в мире метро находится в Санкт-Петербурге. Его глубина составляет более сотни метров. Самый большой в мире активный вулкан – Ключевская сопка, высотой в без малого 5 километров. Он извергается уже более 7 тысяч лет. В Санкт-Петербурге втрое больше мостов, чем в Венеции. Самая большая в мире средневековая крепость – Московский Кремль. Санкт-Петербург – самый северный в мире мегаполис из числа насчитывающих более миллиона человек населения. Площадь Сибири составляет около 9% от площади всей суши Земли. Россия граничит с 16 странами. В России женщины получили право голоса на выборах раньше, чем в США. В метрополитене Москвы почти 10 тысяч поездов. Самая обширная равнина на планете – Западно-Сибирская. В Эрмитаже числится около 3 миллионов произведений искусства. Самый посещаемый Макдональдс в мире расположен в Москве на Пушкинской площади. Суши в России популярнее, чем в Японии. Самый высокий в мире университет, расположенный в Москве, МГУ. До революции огнестрельное оружие в России продавалось свободно. Останкинская телебашня была самым высоким зданием в Европе долгое время. Но в последние годы появились небоскребы, которые превзошли ее по высоте. На гербе Челябинска изображен верблюд. Около 4% территории России занимают охраняемые заповедники. Самая большая в мире трамвайная сеть находится в Санкт-Петербурге. Сибирская тайга – самый большой лесной массив в мире. Россия и Япония так и не подписали мирный договор после окончания Второй мировой войны. До сих пор в районе города Магнитогорска есть гора Магнитная, практически полностью состоящая из железа. Самый древний в России город, Дербент, расположенный в Дагестане. Россия занимает второе в мире, после КНР, место по количеству военнослужащих. Металл для каркаса американской статуи Свободы был выплавлен в России. Самая длинная непрерывная сухопутная граница в мире – граница между Россией и Казахстаном. Около 45% территории России расположено за полярным кругом. Географический центр России – озеро Виви. Самый удаленный от Москвы населенный пункт на Земле – город Данидин, Новая Зеландия. Большое Васюганское болото площадью около 56 тысяч км2, самое большое болото в мире. Понравилось видео, поставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Спасибо.